И всем привет, меня зовут Рицу. Сегодня мы поиграем в такую небольшую страшилку под названием John Doe Plus. Это обновленная версия оригинальной игры, которая выпущена была когда-то пару лет назад. Это, так скажем, небольшой ремейк с новыми концовками, я так понял. Суть этой игры в чем? Есть один персонаж, ну вы, наверное, на превью его увидите, скорее всего. И нам придется с ним столкнуться, встретиться, разобраться, поговорить по душам. Не знаю, что ему нужно, конечно. Мы посмотрим, посмотрим. Хоррор жанр стоит. Давно не было каких-то страшилок. Но это не то, что прям страшилка-страшилка. Это, наверное, просто такая... Ну, как сказать? Небольшой. Не прям супер хоррор, знаете. Ну, короче, что я вам объясняю? Сейчас посмотрим. Я, в принципе, про игру ничего не знаю. Знаю только персонажей из нее. Но мы с вами посмотрим, что к чему. Здесь много концовок, она не особо длинная, так что думаю, быстренько, быстренько посмотрим, пройдем. Надеюсь, прикольная игра будет. Но перед началом видео напоминаю о том, что в описании вы можете найти ссылки на мои социальные сети, которые обязательно посмотрите, подпишитесь, телеграм-канал, дискорд, сервер, наша группа ВКонтакте. Посмотрите. Да, не обращайте внимание на музыку, это в меню, она такая нагнетающая, нагнетающая. Я думаю, вся игра такая и будет, в принципе. Что еще от нее ожидать, да? Что еще от нее ожидать? Давайте начнем. Управление. Так, можно увеличить экран. Ага. Хорошо. Хорошо, хорошо. Пи-п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 и. Хоррор, видимо, уже начался, потому что будильник с утра — это самое страшное, что может быть у человека, в принципе. Еще один день, еще один день. Ты, уф, который час? Блин, я проспала. Главная героиня девушка, оказывается. Ага, окей. Надо вставать, если хочу успеть на работу. Может принять душ? Ну, вообще, желательно, конечно, с утра, хотя бы вечером. Но если вечером не принял, то, мне кажется, лучше с утра. Чтобы не вонять ходить. Ага, ну и запашок от меня. Походу, дня три не была в душе. А так тем более. Давай, давай, бегом. Нифига себе. Вонючка. 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 О, привет. Привет, дружище. А где мы находимся вообще? Тот парень уже давно на меня пялится. Как думаешь, он ничего такой? Ну, я бы, конечно, я бы к такому за километр не подходил, на самом деле. Ну, ладно, почему нет? Конечно, красавчик. Вроде симпатичный, но если приглядеться, то на маньяка смахивает. Да ладно, ничего, наверное, нормальный парень, правильно? Ну ладно, пора работать. Где мы работаем? Что сейчас за локации такие? Смотрите, просто вот задники, я не знаю. А что, мы просто на него посмотрели, типа, и все? Как бы, пускай стоит. Как же время тянется, а? О, это тот жуткий тип с автобуса. Привет. Привет, я могу чем-то вам помочь? Как тебя зовут? Вот так вот сходу. Как тебя зовут? Как тебя зовут, а? Ты... Да, ко мне часто так обращаются. Меня... Но ты зови меня Джон Доу. Вообще, кто не знал, термин Джон Доу — это не имя. Ну, обычно так никого не называют, но, короче, есть такой термин, кто не знает. Он относится к людям, которые погибли, и трупы их не смогли, короче, обознать. И так называют безымянные тела, которые находят и не могут никак опознать по их останкам, так сказать. Поэтому вот это... В этом весь... Вся страшилка, понимаете? Типа, да, хоррор. Окей. Ты занята после работы? Нет, наверное, нет, конечно, нет. Можем прогуляться, так сказать, прогуляться. Я бы с удовольствием сходил с таким пареньком прогуляться. Конечно, что может пойти не так? Нет, у меня нет никаких планов. А почему спрашиваете? Псих. Ушел просто? Просто ушел. Ура, рабочий день закончился. Скорее домой спать. Привет. А, господи, ты меня так напугал. Нравится, когда тебя пугают? А, не сказал бы, нет. Я не любитель страшилок, в принципе, нет. Нет, я ненавижу это, поэтому не смотрю фильмы ужасов. Ты такая милая, когда пугаешься. Спасибо, спасибо. Пригласишь меня? Вот кто в здравом уме нажмет «да», точнее скажет «да» в реальной жизни такому человеку?
Слава богу, мы не в реальной жизни, поэтому я все равно нажимаю, да. Да? Нельзя приглашать домой незнакомцев. А... Да ты не волнуйся, я же не незнакомец, ты меня теперь знаешь. Таза, приходи, дружище, приходи в гости. Он за мной идет. Ну так ты его пригласила к себе, конечно, он идет за тобой. Так, я на месте, а? Его тут нет, может он не вышел на остановке? Наверное, оно и к лучшему. Он уже дома сидит, он уже дома сидит, кайфует, он уже расположился, как, блин, знаете, у себя дома. Я что-то проголодалась, может перекусить? Да, а что делать? Я заслужила вкусняшку. Ням-ням-ням-ням-ням. Так, интересно, что у нас здесь? Фу, крыся, она что-то наступила? Боже, что это еще за хрень? Как несет от этой штуки, похоже на кровь? Что это еще такое? Такая банка разбитая? Меня сейчас вырвет. Что это реально такое? Ну и мерзость, весь аппетит пропал. Попробую отдохнуть, посмотрю телек, а потом спать. Что смотришь? Как ты проник в мой дом? Дверь была открыта. Оу. Я могу остаться? Да. На самом деле... Я все решу за тебя. Я знаю, ты же хочешь, чтобы я остался. Единственная причина, по которой я хочу, чтобы ты остался, это потому, что мне интересно, что будет. Навсегда. Навеки вечные. До самой смерти, 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 до самой смерти. Концовка 1. То у тебя любил. Меня любил? Точно любил. Точно любил меня? Ну, хорошо. Как скажешь, бро, как скажешь. Так, ну что, все получилось. Так, всем спасибо за просмотр. Ладно. Так, я, пожалуй, откажусь от такого занимательного предложения и, пожалуй, нет, не хочу тебя увидеть вся дома. Ну вот еще, я понятия не имею, кто ты. Мне кажется, его... Да как, ты меня знаешь, мы уже встречались. Мы, считай, лучшие друзья теперь, а можешь стать больше, чем друзьями. Так, мне пора, пришел мой автобус, и не преследуй меня. До свидания, бро. Да что ты тут делаешь? Он за мной идет. Так, я на месте, а? Его тут нет. Так. Отлично. А перекусить? Ну, допустим. Так, опять та же самая гадость какая-то. Так, Доу теряет... В смысле потерял интерес? Да вот так просто? Я думал, что он до конца пойдет, он даже с нами поехал на автобусе, а просто в итоге... Нет, все. До свидания. Вот так вот, блин. Какой-то он скучный, Джон Доу. Я думал, блин, я ждал от него большего. Он так легко сдался. Так, давайте попробуем этот раз не принимать душ. Конечно, зачем нам душ, в принципе, нужен? Могу еще один без душа обойтись. Вряд ли кто-то хоть из клиентов... Заправки-то заметят. Реально, конечно. Так. Так, парень давно уже пялится. Как думаешь, он ничего такой? Да. Супер. Вроде симпатичный. Спрыгляться-то маньяка смахивает. Чуть-чуть. Чуть-чуть, самую малость. Ну ладно, пора работать. Yes. Тот жуткий тип с автобуса. Привет. Могу чем-то помочь? Ты приятно пахнешь. А, да? То есть, не надо принимать душ совсем, чтобы хорошо пахнуть. Ну, беру на заметку. А, хорошо. Я могу помочь чем-то? Вы что-то хотели? Как тебя зовут? Ты. Ты зови меня Джон До, окей. Ты не знал после работы? Нет. А почему спрашиваете? И пропал просто. Псих. Маньяк. Ура, рабочий день закончился. Скорее домой спать. Привет. А, господи, не напугал. Нравится, когда типа... Да, я люблю. Ну, типа, только когда я жду и хочу этого. Нельзя вот так на людей бросаться. Ты такая милая, когда пугаешься. Пригласишь меня к себе? Да, бро, поехали. Нельзя приглашать домой незнакомцев. Оу. Да, мы лучшие друзья. Best friends. Он со мной идет. Так. Наверное, оно и к лучшему.
Перекусим, да, перекусим. Ням-ням-ням. Что у нас тут? Опять жижа. Так, пробуй отдохнуть. Что там по телеку? Что смотришь? Как ты проник в мой дом? Сама меня впустила, глупышка. Ты такая забывчивая, не замечала? Ты о чем ты вообще говоришь? Ты ведь чувствуешь это, разве нет? Что-то только между нами. Ведь я же люблю тебя, люблю, люблю. Ты меня любишь, ты меня любишь, ты меня любишь. Да. Мне так хорошо с тобой. Люблю тебя. Доу и правда меня любил. Да я знаю уже, я знаю, что он меня любил. Пипец, блин. Пипец, блин. Ну ладно. Ну ладно, бро. Как скажешь. Так, а теперь... Теперь мы будем брать на все, да. На все, да, доверяем. Выбираем. На все вопросы выбираем, да, конечно. Может принять душ? Да, принимаем душ. Ага, ну и запашок от меня. Походу, 3 дня не была в душе. Так, моемся. Все по стандарту, все по классике. Привет, да, привет, симпатичный парень, он напялится ужин. Как думаешь, ничего так, конечно. Best, the best. Вроде симпатичность, приглядится на маньяка схвахивает. Пиу-пиу-пиу-пиу. Ну ладно, пора работать. Пиу-пиу-пиу-пиу. Как время тянется, а? А это тот жуткий тип с автобуса. Привет. Могу чем-то помочь? Как тебя зовут? Ты. Так, им часто так и обращаются. Назови меня. Но ты зови меня Джон Доу. Окей. Ты знап? Да, я занята. А, да, я занята, да. У меня тела разные, все такое. Ну, ты понимаешь. Он не понимает. Мне кажется, такой человек явно не понимает. Понимаешь или нет? Вы понимаете меня? Understand? Да, так что вы что-то хотели? Ушел. Ладно, псих. Ура, рабочий день закончился, скорее домой спать. Привет. А, господи, меня напугал. Нравится, когда тебя пугают? Да. Только да хочу и жду этого. Ты такая милая, когда пугаешься. Пригласишь меня к себе? Да. Конечно. Нельзя приглашать домой незнакомцев. Да ты не волнуйся, я же не незнакомец, ты меня теперь знаешь. Да? Yes, он за мной идет. Он крадется за мной. Он уже сзади меня. Перекусить, да. Ням-ням-ням, будет? Фу, что это? Я не понимаю, что это такое вообще. I'm so tired. Подожди, так, стоп. Я уже выходил на эту концовку, не понял. Что за троллинг? Нет, не троллинг. Не троллинг. Пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип. В который час? Игра не закончилась. Блин, я проспала. Надо встать, если я хочу успеть на работу. Не стоит меньше спать, правда? Принять душ? Да. Обойдусь без душа, а? Мне как-то не по себе стало на секунду. Я даже прервал запись, потому что я думал, что меня заскамили. В итоге, блин, нет. В итоге все нормально. Там, короче, типа глич случился. А, ладно, наверное, просто дежавю. I've just been in this place before. Привет, бро. Как дела? Тот парень уже давно на меня пялится. Как думаешь, ничего такое, да? Разумеется. Стоп, что? Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ну ладно, пора работать. Поработаем. Как же время тянется, а? О, это тот жуткий тип с автобуса. Привет. Привет, я могу чем-то помочь? Ты приятно пахнешь. Хорошо. Я могу помочь чем-то? Вы что-то хотели? Ты что, меня не помнишь? Что? Откуда ты знаешь мое имя? Меня. Ну, до тебя я Джон Доу. Окей. Ты не запуск работы? Да. Нет, конечно нет. Может, повеселимся? Было бы классно. Что? Стоп! Он ушел. Мне вовсе не это хотелось сказать. И к чему я это сказала? Пим-пим-пим. Ура, рабочий день закончился, скорее домой спать. Привет. А, господи, меня напугал. Слушай, мне не хотелось этого спрашивать, знаешь.
Нравится, когда тебя пугают? Да, обожаю, напугай меня, да напугай же меня. Может, не надо? Вот автобус, и не преследуй меня. Может, не надо? Но он тут, он все тут стоит. Козел. Так, крыся на месте. Привет. Напугалась? Тебе понравился мой подарок? Что? Какой подарок? А, точно, ведь это еще не случилось. Вот, сейчас я тебе вручу его. А, какая гадость, что это? Что это реально? Что это, труп какой-то? Как бы от тебя отделаться? Не преследуй меня. Это что такое? Что за... Это не моя спальня? Воняет ужасно. Фу, каки какие-то. Фу. Все хорошо, любовь моя. Я ухожу. А что дверь с глазами? Какая-то смешная дверь. Надо выбираться отсюда. О, боже. Разве ты не видишь, дорогая? Ты всегда была здесь. Я прослежу, чтобы ты никуда не ушла никогда. Концовка 4. Да! А что если я законтрю эту концовку и выйду на другую, абсолютно новую концовку? Концовка нет! Как тебе такое? Как тебе такое, Илон Маск? Я придумал свою собственную концовку, где я буду выбирать только нет. Только нет. Принять душ? Нет, не сегодня. Могу еще одинок без душа обойтись. Конечно, зачем? Тут парень уже давно на меня пялится. Как думаешь, он ничего... Нет! Ох, ну его нафиг, странный он какой-то и как и улыбается жутковато. Как удав смотрит, не моргая. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Ну ладно, пора работать. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Как же время тянется, а? Тот жуткий тип с автобуса. Привет. Могу чем-то вам помочь? Ты приятно пахнешь. Хорошо. Я могу помочь чем-то, вы что хотели? Как тебя зовут? Ты. Почему ты, я не понимаю. И почему он... Нет, не ты, не к тебе обращаются. Я называю свое имя. Ты, это я, меня зовут ты, видимо. Тебя я знаю, как зовут. Не хотелось бы, конечно. Занята после работы? Нет. Конечно, я... Я, конечно же, не против. Привет. Нравится, когда тебя пугают? Нет. Ты такая милая, когда пугаешься. Прилетишь к себе? Нет, отстань от меня. Ну вот еще, я понятия не имею, кто ты. Мы уже встречались, мечтай, лучше друзья теперь, а можно стать больше, чем друзьями. Все, аривидерчи. Аривидерчи. Козел стоит до сих пор. Так, ну, наверное, оно к лучшему, да. Пошел он. Перекусить? А, нет, пожалуй, да. Попробую отдохнуть. Посмотрю телек, потом спать. Я так устала. Так. Пип-пип-пип-пип-пип-пип. Опа, нифига себе, у меня берлога изменилась. Ничего себе, у меня берлога изменилась новая. Даже, блин, похорошела берлога. Ой, я прям вовремя проснулась. У меня должно быть достаточно времени, чтобы принять душ и позавтракать. Нет, не хочу. Думаю, сейчас лучше позавтракать. Приму душ после работы. Правильно, уже пятый день. Блин, нифига себе все изменилось. Это вот новый контент, да, вот эта обновленная версия. Почему сразу нельзя было рисовать так? А в автобусе не так людно, как обычно, как-то одиноко. Ох, хоть кто-то вошел, он выглядит очень знакомо. Как думаешь, он ничего такое? Да! Ну, этот парень выглядит ничего такое, да. Он довольно симпатичный, хоть и простова, да. Верните прошлого, тот был лучше. Пиу-пиу-пиу-пиу. Ладно, пора работать. Пим-пим. Как же, блин, похорошел магазинчик наш. Все похорошело. В концовке с вариантами нет. Какой же долгий день, я почти уснула. А? Ой, это тут парень с автобуса. Привет. Привет, я могу чем-то помочь? Ты очень приятно пахнешь. Ты используешь какой-то необычный шампунь? Я не принимала душ сегодня.
Мне теперь очень неловко. А, извини. Я не был точно уверен, что это смогло бы утешить тебя. А, ну, тогда уж спасибо, наверное. Я могу хоть помочь чем-то? Вы что-то хотели? Как тебя зовут? Ах, я... Ты, написано на бейджике. Красивое имя. Меня? А, ну... Может, зовут меня Джоном Доу или просто Доу? Окей. Окей. Так, ты занята после работы? Вроде нет. Вроде нет. Нет, у меня нет никаких планов, а почему ты спрашиваешь? Мы могли вместе потусоваться. А, не знаю насчет этого, как бы мы только познакомились. Точка, 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 точка. Это же такой хороший способ узнать кого-нибудь, дай мне шанс. Ну, я подумаю. Расценю за да, уловил тебя. Не надо мне ловить никуда. Не надо, я тебе, я чего, рыбка какая-то. Ну, по крайней мере, он пылкий. Будет весело. Конечно, будет веселуха. Какой же долгий день, нигде нет Доу, он все же сдался. Привет. А, господи, ты напугал меня. Ой, извини, я иногда могу ненамеренно людей пугать. Нравится, когда тебя пугают? Конечно. Скорее, да, в основном ужастиками или компьютерными играми. Но я не люблю, когда мне вот, ко мне вот так вот крадутся. Знаешь, ты такая милая, когда пугаешься. Спасибо, наверное. Так, я могу пойти с тобой до дома? Думаю, да, но без глупостей. О, обещаю. Да? Вроде обычный, добрый малый, хороший малый. Он выглядит взбудораженным. Мы на месте, можешь войти. Я очень рад тому, что провожу с тобой время. Как же он рад, блин, как же он... У тебя очень милая квартира, прямо как... Ты! Спасибо. Я не так часто принимаю гостей. Хочешь что-нибудь перекусить? Я могу проверить кухню. Нет! В смысле, нет, не уходи на кухню. Ладно. Как насчет телевизора? Я люблю его смотреть. Так же сильно, как и... забудь. Как что? Договаривай, договаривай, молодой человек, договаривайте. Ничего себе там что показывают, приколюху какую-то. Мне нравится эта передача. Я бы все время мог с удовольствием смотреть телевизор с тобой. Я просто очень рад быть здесь с тобой. Да, это довольно приятно. Я тебе нравлюсь таким? А, да, конечно нравишься. Думаю, скоро мне нужно будет получше тебя узнать. Таким, что ты имел в виду под таким? Оу, в таком случае... Узнаем же друг друга получше! Псих. 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 Ах ты, блин, негодяй. Ёк-макарёк. Верните того нового. Верните того нового. Прип-прип-прип-прип-прип. Эх. Эх. А такой хороший парень был. Такой хороший парень был. Так, ну в этот раз давайте все-таки... Примем душ, как другой любой адекватный человек. В принципе, можно помыться будет. Стоит принять душ. Звучит как хорошая идея, учитывая, что я вся насквозь вспотел этой ночью. Вот бы вспомнить мой сон. Точно, может, не стоит? Какая хорошая ванная стала-то, а? Розовенькая, смотрите, прям. Девчачья. Девчачья. А в автобусе не так люди, как обычно, как-то одиноко. О, пришел чел. Ох, вот это вошел. Он выглядит очень знакомо. Он ничего такой? Нет. Нет. Не совсем мой типаж. Я бы предпочла кого-нибудь поинтереснее. Кого? Все-таки ей нравится тот чел. Тот чел был очень интересным, видимо, для нее. Понятно все. Ладно, пора работать. Let's go to work. Let's go to work. Какой же долгий день. Я почти уснула. А? Тот парень с автобуса. Привет. Привет. Я могу чем-то помочь? Как тебя зовут? А, я ты, написано на бейджике. Красивое имя. Меня? А, ну... Может, зовут меня Джоном Доу или просто Доу? Окей. Занята после работы ли я? Занята ли я? Да, занята, конечно. А, да, я занята, да. У меня тела разные, все такое. Ну, ты понимаешь.
Оу, ты в порядке? Мне кажется, чел не в порядке. Мне кажется, чел вообще это не тут. Какой же долгий день, не Доу, он заждался. Привет! А, господи, напугал меня? А, извини, я могу, иногда могу ненамеренно пугать людей. Нравится, когда тебя пугают? Нет, бро, не нравится. Нет, я не люблю это чувство, с чего бы мне этого хотелось? Знаешь, ты такая милая, когда пугаешься. Спасибо, наверное. Так, я могу пойти с тобой домой? Нет. No! Ну, не знаю, мне кажется, я не должна приглашать домой незнакомцев. Ему не понравился ваш выбор. А, я думал, мы уже знакомы, как бы существует только один способ лучше узнать друг друга, так ведь? Не знаю, пойду домой уже, может, позже, окей? Так он принял этот отказ? А, Доу не сел в автобус? А, наверное, оно и к лучшему, я слишком устала. Я просто хочу вернуться к кровати, а? Почему дверь открыта? Я ее точно закрывала перед уходом. Привет, здесь кто-то есть? Никого. Привет, ты. А, Доу? Что ты делаешь у меня дома? Знаешь, это очень несправедливо. Что? О чем ты вообще говоришь? Очень несправедливо, что не дала мне шанса. Я сделал все правильно. Сделал все так, чтобы тебе понравилось. Я могу быть кем угодно, хуем захочешь. Что не так со мной? Разве ты не любишь меня? Нет. Я не люблю тебя. Ты совсем меня не знаешь? Ты просто жуткий сталкер. Да, я хочу, чтобы ты оставил меня в покое. Я не понимаю. Я сделал все правильно. Так почему ты не любишь меня? Почему? Прощай, Доу. Нет, не уходи! Я не хочу гнить в одиночестве, я ненавижу это место. Пожалуйста, не уходи. Концовка 6. Брошенный. Эх, несчастная душа. Может, он просто хотел... Ладно, хотя мы знаем, чего он хотел. Мы знаем, что таких ребят, конечно, не дождешься ничего, не дождешься. Но я потихоньку пойду заново проходить, потому что знаете, что самое страшное в этой игре? Я вам пока я тут еще прохожу, я вам скажу, что самое важное. Небольшой филлер. Самое страшное в этой игре — это не атмосфера, не персонаж, что злой Джон Доу. Не то, как он выглядит, не то, как он жутко выглядит, а именно. Самое страшное в этой игре — это то, что когда ты собираешься перепроходить на другие концовки, здесь нет сохранений. Тебе нужно проходить весь путь с самого начала до самого конца. То есть, грубо говоря, ты проходишь игру, и игра начинается заново. Тебе приходится пропускать все диалоги, чтобы найти новый контент, чтобы выбрать что-то другое, да? Так вот, к чему я? Самое страшное в итоге это то, барабанная дробь, когда ты случайно жмешь не тот вариант ответа, то все, считайте, все запоролось, все варианты ответа придется вводить заново. Самая страшная часть этой игры. Вы не представляете, насколько она страшная. Как много времени она все занимает. Казалось бы, минута, да? Минута какая-то прокликать. Но что если ты еще раз в спешке нажмешь на неправильный вариант? Представляете, что тогда будет? Я даже не буду вам говорить, что будет тогда. Вы сами знаете, что будет тогда. Ну, кстати, забавно. Пока я тут наболтался, мы как раз таки уже перешли к новому дню, получается. Только подожди, сейчас вот я не буду перекусывать я не буду. Ну и, в принципе, увидимся уже на финальном выборе тогда с вами, правильно? Пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип. Проснитесь, мы уже пришли к финальному выбору, проснитесь. Как вам такой переход? Получше, чем даже в кухне, представляете? Разве ты не любишь меня? Обожаю, бро, обожаю. Самый лучший, самый любимый человек там на белом свете, все. Думаю, ты мне нравишься, Доу.
Но только тогда, когда ты не притворяешься кем-то другим. Это неправильно менять кого-то под свои предпочтения. Теперь я тебя вспомнила. Мы раньше встречали друг друга, разве нет? Я так и знал. Я так и знал, что в итоге ей все-таки понравился тот самый стрёмный изначальный вариант. Каждую ночь, Доу, мы просто продолжим встречать друг друга вот так, разве нет? Это нескончаемый цикл. Так... Мы можем просто посмотреть, что произойдет. Концовка 7, мечты сбывают. И все? Что-то какая-то, знаете, антиклаймактик. Какая-то... Как это слово на русской? На русской лад перевести. То есть, короче, какая-то, знаете, какая-то не такая прям финальная концовка. Посмотрим, что произойдет. Конечно, интересинг. Very interesting. Ну ладно, так или иначе, это получается все концовки. Вроде бы все. Вроде бы я ничего не пропустил. Так. Чш. Все, циц. Циц, музыка, хватит мне уже. Хватит нас напрягать. Мы уже ничего не боимся. Хватит нас напрягать. Вроде бы все. Ничего я не пропустил. Вроде бы написано было 7 концовок, я вроде бы все 7 получил. Все 7 получил. Так что да, надеюсь, ничего. Надеюсь, не обманул никого. Мало ли, какая-то суперсекретная концовка вылезет. Вроде все, да? Да, вроде все. Все. Так, ну, такое небольшое видео получилось. Оно вышло больше, если, конечно, не вырезал. Но, собственно, кто хочет смотреть, как я просто заново кликаю. Еще я ошибаюсь в своих вариантах. Мы только посмотрели весь контент. То, что я тут наболтал вам, это так. Ну, так или иначе. Хватит моей, в принципе, болтовни. Я думаю, что мы с вами закончили. Если вам понравилось это видео и вы здесь впервые, обязательно не забудьте подписаться на канал. Конечно же, поставить лайк, если вам понравилось это видео, в принципе. Не забудьте посмотреть в описании ссылки на мои социальные сети. Дискорд, сервер, телеграм-канал, группа ВКонтакте. Посмотрите, загляните и вступите. Вот. Так везде особо щедрых есть кнопка доната. Так сказать, поддержать копеечкой бедолагу меня бедного. Ну вот и все, в принципе. А на этом мы с вами попрощаемся. До свидания. Всем хорошего оставшегося дня, хорошего времени суток. Пока-пока.